В Магаданском городском бассейне проводят занятия для детей адаптивной группы. Занятия проводятся как для серьезных спортсменов, которые уже состоят в сборной, так и для младших ребят с ограниченными возможностями здоровья. Нарушение слуха, нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение интеллекта. И такие подрастающие вот замена нашим, скажем так, этой сборной у нас есть. В том числе у нас и ведется работа всем тренерским составом по спортивно-оздоровительному направлению, где у нас ребята и колясочники есть, и очень тяжелые категории нарушений. Вот с ними со всеми мы работаем. В декабре прошел финал Кубка в соревнованиях по плаванию для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Первое место заняла наша спортсменка Арина Файзулина, которая проплыла стометровку по результату, соответствующему званию мастера спорта. Во-первых, не надо ничего бояться, даже если ты стесняешься, там, например. Не надо ничего бояться, надо просто взять себя в руки, начать тренироваться, говорить вот себе то, что тренируйся, у меня все в дальнейшем получится. И все будет хорошо. В 2022 году у магаданских спортсменов по плану 2 чемпионата по плаванию для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Краснодаре и Уфе. Также планируются соревнования, первенство и кубок для ребят с интеллектуальными нарушениями.